Мне кажется, он не оплатил заправку. Не оплатил? Мы сейчас тренируемся снимать, мы не знаем на самом деле, что зайдет. Ты сгущенку мою откусил. Ясно, я как куль с говном. Я заказал себе борщ. Блять, старый завод! Какие площади, господи, какой кирпич. Площади у нее пустуют. Уехала в Москву попытать счастье, стала фотографом, но... Пельмешками запах. Наверное, не готовят. Даже хер с ним с дождем. Ребята, я вас чуть обманул. Мы как раз приехали в Костромскую Слободу. Какие лучше вот эти? Я вообще не хочу есть, что делать. Не бери. Тут какой-то звук. Иди сюда, послушай. Слышишь? Слышу. Что-то